А куда ты смотришь? Что вы делаете? Марина, Марина, смотри, смотри. Фу, Марина. Я говорю, не цепила, Марина. Руки по стенам. Они смотрят, что ты. А зачем? Танька, покажи. Интересно. Покажи себя. А я? Ой, Марина, боже, что мне что-то все угодно. Что тебе? Я там посмотрю. Света, покажи мне фотографию. Это не одинаковая. Таня, покажи эту. Таня. Потому что ворот он. Вон, ну, куда пошел? Самый крупный ребенок. А вы сделали мои фотографии? Да, сделали. Покажите, пожалуйста. Когда вы будете фотографировать? Да, идем фотографировать. Нет. Я не куда-то. Где там бумага? А? Я показания делаю. Я не снимаю, подождите. Поужинайте, я все покажу. А, я поужинаю, мы сразу все покажу. Ну, идите. Ой, это не под праздник. Нет, сказал, ничего не имеет. На обед съела. Покажите, пожалуйста. Там вас нет. Слушайте. Сегодня, а можно в другой день деньги отдавать? Мне без разницы. До конца смены. А может, да. Питаться не будете договориться. Кто вы? А когда вы показываете нас? Можно два слова сказать. Каких? Для истории. А, для истории. Как живется вам? Как живется вам? Хорошо. Так, хорошо, да. Расскажите что-нибудь. А что рассказать? Ты грибы собираешь? Нет. Да. Анекдот давай, это крупнее какие-нибудь. Анекдот. Петровна. А это концлагерь еще. Вот братик, сестричка, видите? Черный братик и девочка. Если мы глянем сюда. Даша. А Даша? Даша, ну летишь. Вы звук записываете за раз. Иди обратно. Микрофон. Нет, там еще не на том, знаешь, как узнать себя? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Красиво.
понятно, это дети для работы. Все забрались, да? Всем добрый вечер. На этой смене у нас первый конкурс спортивно-развлекательно-юридический. Он начинает прыгать что-то, я не знаю, что с ним. Сегодня у нас встречается команда отряда номер 2. Встречаем, дорогие зрители. Радистов, шестой матросов, по два матроса в команде, седьмой бомбардиров и восьмой капитанов. В девятом конкурсе самые юные участники команд юнги посоревнуются. Десятому человеку, к сожалению, мы не набрали, чем заняться. Вот у нас счетчик нашелся. Итак, пожалуйста, предоставим слово кому? Ну, кто смелый? Какой корабль первый будет представляться? Второй! Второй! Давайте. Слово предоставляем команде второго отряда. Всех оценочки в руках, они будут поднимать и будете видеть, вот у нас счетчик сидит, он будет считать. Значит, этот конкурс мы оцениваем жюри. Пожалуйста. Вас приветствует команда корабля «Нечистая сила». Пришли мы на конкурс и всем говорим, что эту команду в момент победим. Поверьте, друзья, пришли видеть конкурс, что мы не зря. На Чипре мы снова посражаемся, снова через несколько минут. Здравствуйте, здравствуйте, мудрое жюри, здравствуй, наша игра, и тебя просим мы всем, кто пришел сюда, радость подарить. А сейчас я вас познакомлю с членами моей команды. Боцман, Соловик и Разбойница. Когда не помогает красота, вот идут руки. Сметаю всех я на пути, никто ко мне не подходи. Сила есть, ума не надо. Боцман Горыныч. Вижу всех и вижу все, око у меня остро. Бомбардир Соколиный Глаз. Везде, всегда, у всех. И соринку увижу. Только бревен себе не замечаю.
Радист не мой дуримарк. Я хоть не мой, но не дурной. Кокша ненасытные кики. Хватая руками все, что попадается на глазах. Ха, только впрок не идет. Рачка, Дивалкина. Лечу всегда, лечу везде, лечу всем, что под руками. И зачастую, чем попало. Матрос. Ленивец, подхалилец. И юнга хотелки неумелки. И, конечно же, я. Вы самый уважаемый, вы самый неподражаемый. Умнейшая, светлая головушка. Тормоз, тормоз, лебединки. Мастаться я вам не стану, знаю все, что говорю. С неба звезды вам достану и на память подарю. Обо мне команда знает, я умен и говорив. Или я в масштабах ваших недостаточно красив. Желать соперникам пора ни пуха, ни пера, а жюри зрителям хлопать победителям. Смотри сюда. Две четверки наши. Мелочь позади. Все, спасибо. А сейчас приветствие команды 6-го отряда. Еще голова не соображайтесь и назад опрокинется. Вот так.
Значит, по моей команде вы должны бить друг друга подушками. Но по правилам, значит, заступать на чужой стул нельзя, но вы достаточно далеко стоите, поэтому я думаю, вы не заступите. Так. Внимание. Thank you.
отсюда. Итак, змейка полностью туда и обратно. Ты понял, откуда тебе заходить? Откуда? Покажи. Правильно. С этой стороны. Слева. Тебе справа. В моей команде. Отойди сюда, пожалуйста, вот на зеленую линию. Очистите тот сектор. Мне не хочется, чтобы кто-то подсказывал командам или что. Сядь, у нас же масса места здесь еще есть, а? Вы же высокие, второй ряд можно поставить. Значит, сейчас... Сейчас мы начнем. С кого начнем? Начнем с мужчины, скорее всего. Пожалуйста, нечистая сила вся выстроилась туда. Подальше. Ну, нет, не ладно. Вот до зеленой линии до этой, пожалуйста, выстроились все. Вы пока присядьте. Присядьте, девушка. Радист, пожалуйста, сюда. Можно записывать. Но только, дорогие мои, я отпускаю на этот текст ровно 2 минуты. Потому что за полчаса можно объяснить, извините, любую. За девочка сзади маленькая такая. А такая... Это не девочка, это не девочка, это воспитатель. Я не знал, даже так смотрю. Так, сливаетесь. Да. Так, знаете, жена полнейшая.
сосед. Федя Ворович. Никаких подсказок. Радист должен прочитать весь текст. Я могу его дать прочитать 3 раза, 4, 5. Он несложный, написан на русском языке. И потом вы должны повторить. Если вы ошибетесь в правописании, я думаю, это не очень большая ошибка. Какое слово, если вы забудете, я вам покажу еще раз. Договорились, да? Итак, пожалуйста. Тут еще цифры есть. Пожалуйста. Ничего, еще раз, все, поехали дальше. Вы думаете, я идиот, я же вижу, что вы повторяете второй раз. Вот дальше поехали. Ну дальше слова еще четко можете сказать мне текст? От начала до конца, один раз, быстренько, вы очень много времени занимаетесь, пожалуйста. Кто скажет из вас четко, весь текст, от начала до конца, связный. Борис, нет. Нехта, Бобруйский, порт, 1268. Ну, как сказал, так сказал. Все, да? Спасибо. Жюри оценивает эти конкурсы. Пожалуйста, радист команды «Бажа». Так, еще раз, Аля. Yeah.
русский. Говорить не надо, я говорю, просто можно показать по-русски.
мальчик? Сейчас. Я дам двум капитанам по два листочка. На первом листочке. Ручки у вас есть, нет? Окей, бог. Дайте ручку, пожалуйста. На первом листочке нарисован кораблик. На каждом корабле военном должно быть 4 флага. Здравствуйте, а что? У него есть ручка, спасибо. Язык хороший. Значит, другой флаг вы должны поставить номер по порядку. Все флаги, которые будут написаны. Я покажу, если вы узнаете. Второй маленький листочек. Вы на нас узнаете, что немножечко. Табель рангов. В морском деле, в военно-морском и в армейском. Полевой обмен отличается. Ну, то есть там старшина первой статьи бывает во флоте, а, допустим, званий морских офицеров. А вы должны рядом написать название сухопутной армии, соответствующее. Табеля рангов этого самого. Что, тяжело? Мне очень приятно. Значит, где мы расположены? Это вот здесь на колоночках. Конкурс, и в следующий раз я уверен, они вас обыграют.
вы покажете. На телевизор. Забирайте вещи. А телеку покажите. Ла-ла-ла. На одном месте стоит, я же вижу с камерой. А вот зеркало, подъездская деревня. Виталий, гляди. Ну не надо дергать, ты же сбиваешь резко этот болгат. Алба, Анис.
Так, все разошлись, все быстренько. Спокойной ночи, окружение. Спасибо. Даня, вот мой друг Коля, он учится. А вот Олег... Я сказал спокойной ночи всем, чего непонятного. Оля, до свидания. Пошли. Вот мой Олег Афрешко. Вот мы враги дураки. Вот эти дети, они учатся в школе парнак. Бедные дети, что поделают. Пирожка хотят. Ваня хороший дружбан. Это свинья Коля, у него большой пята. Ему надо... Ему в сарае. Вот эти дети хорошие. Мне этот лагерь нравится. Меня кормят очень хорошо. Да, чего ты меня... Чикин хороший. Все, идет дядя, пошли. Наступай.